Дамы и господа, встречайте, губернский наблюдатель Виктор Ломоскоп! Приветствую всех, кто смотрит телевизор. В эфире программа «Уба-хоба». Передача хоть и сатирическая, но нисколько не легкомысленная. А даже, знаете ли, наоборот, вдумчивая. Знаете, о чем мы с Дмитрием Геннадьевичем сегодня задумались? О грядущем дне города. Праздник нужен душе. Праздник. Я его долго жду. Вы знаете, на сей раз мнения наши разошлись кардинально. И если ваш покорный слуга не обнаружил в программе ничего особенно новенького, ну, кроме Майданова, о котором речь еще пойдет, то моего монументального соведущего удивило обилие новых непонятных слов, за которыми тоже не весь что новое скрывается. Так предоставим ему его возмущенное слово. Это просто бог знает что! Открытый кубок города по кануполу. Фестиваль уличной культуры Life for Real. BMX-шоу. Соревнования в дисциплине фриран. Соревнования по трикингу. Не день рождения Иванова, города с самым русским именем, а какой-то Гарлем, честное слово. А вот вы, Виктор, знаете, что такое трикинг? Это, случайно, не тот скандальный танец пчелок? Ну что вы, Дмитрий Геннадьевич, художественное кручение пятой точкой называется тверкинг. Это каждому известно. А трикинг – это, видимо, совсем что-то иное. Об этом нужно спросить у организаторов. А что такое кроссбукинг? Между прочим, у моего подножья будет проходить в поэтическом сквере. Вот вы нам после праздника-то обо всем подробно и расскажете. Так вот, мне же показалось наоборот, программа более чем традиционная. Шествие, город мастеров, катание на пони, духовой оркестр, конкурс фейерверков. Точно так же, как в прошлом и в позапрошлом годах. Значит так, здесь мячи кидаем, здесь кольца кидаем, здесь петлей на удочке кегли ловим. Хотя, с другой стороны, в наше неспокойное, переменчивое время люди ждут хоть какого-то постоянства, какой-то стабильности. И почему бы ей этой стабильности не проявиться в организации массовых праздников? Вспомнить хотя бы нашу недавнюю первомайскую демонстрацию. Ведь отлично все было организовано. Столько чиновников лично я никогда одновременно не видел. Причем шли они, дисциплинированно разбившись на департаменты, отделы и комитеты. Людям было на что посмотреть. Красиво идут. Диригенты. Надеюсь, что и праздничное шествие от Соколовского моста до площади Революции тоже не подкачает и потрясет нас своей массовостью. А чего, спрашивается, велосипед-то изобретать? Как говаривал классик советской эстрады Юрий Антонов, новые песни пусть пишут те, у кого старые хреновые. А мы от себя добавим, то же самое касается и праздничных сценариев. Инструкция старая. Старая, но никем не отмененная, между прочим. А что до певца Дениса Майданова, то исполнением песен типа «Время наркотик», «Ничего не жаль», «Пролетая над нами», он лишь придаст нашему праздничку пикантную горчинку. Лишь бы фамилия исполнителя не вызвала у публики ненужных ассоциаций и параллелей. Все-таки на главной городской площади будет петь для тысяч ивановцев. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. У нас с Дмитрием Геннадьевичем на сегодня все. Будьте счастливы и сыты, как в праздничные, так и в будние дни. Всегда ваш губернский наблюдатель Виктор Ломосков.